Минобороны Армении опубликовала новый список армянских военнослужащих, погибших в боевых действиях в зоне Карабахского конфликта осенью минувшего года. В список включены имена еще 132 военных. По данным армянской стороны, еще не все погибшие внесены в списки потерь военного ведомства. Кроме того, до сих пор обнаружены тела 1378 убитых армянских военнослужащих. Ранее министр здравоохранения Армении Анаэт Аванесян заявила журналистам, что число погибших составляет 3450.